В выходные неравнодушные горожане приводили в порядок городские улицы и придомовые территории. Анапа участвует в краевом двухмесячнике чистоты. 16 апреля жители курорта выйдут на Всекубанский субботник. Такую картину можно было наблюдать в самых разных районах муниципалитета. В Алексеевке на субботник вышли местные жители совместно с работниками Дома культуры. Здесь убирают прибордюрную часть дороги, белят деревья. Постепенно будут все выходить, там, человек по 15, по 20. Каждую неделю, каждую субботу будут выходить и убирать. Посадим цветы, деревья, побелим деревья. Будет чисто и красиво в нашем микрорайоне.